квадратного тут ходим кругами. Но наши слушатели все равно махают руками. Но кто же может мечтать, так как живущий в подвале? Но кто же будет читать, для улиц вы заебали? И тем, кто дальше грязного района жизни не видали, вместо золота носили шоколадные медали. Музыка во мраке светит, как сигнальные огни. И среди гопников найти тут Сальвадора Дали. Для тех, кто никому не нужен и валяется в пыли, для тех, кто точно не захочет быть такими же, как вы. Бывает так, что судьбы просто утопают в крови. И если ты не ходишь по воде, хотя бы плыви. Мимо всего этого пафоса окольными путями, даже псина никогда не станет хвастаться цепями. И не важно, где и как там умирают королями, дождевые черви умирают прямо под ногами. Кто же будет читать для улиц? 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 Кто же будет? Кто? Кто же будет? Эти люди кругом голова, но с нас-то не убудет. Здесь каждый выражает свою зиму или лето. Изнутри наружу рвутся тут для улицы куплеты. Для того, кто верит в это, кто нуждается в ответах. Пока тлеет сигарета, где-то тлеет чья-то жизнь. Сколько можно все по кругу, обманув нутро, опять же заставляя себя верить, что я выберусь однажды. Среди нехватки денег в образе нытья и лени, от надменных глупостей людей в полноте сомнений. Осколками мгновений в памяти вгрызаясь в тени, мы оставим голоса набит от скуренных растений. Уйдя, не попрощавшись, ничего с собой не взяв, не привлекают ваши ценности, что заживо горят. И кто бы что ни говорил, они лишь говорят. Мы рады здесь тому, что есть, так улицы хотят. Кто же будет читать для улиц? 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 Кто же... Махает руками. Кто же? Махает руками. Всегда найдется умница, чтобы читать для улиц. Модные в итоге заебутся, суицид. Специалист же никогда не спит и под любой бит для тебя настраивает жизни ритм. С ним рядом дым, с ним рядом будь собой самим. И передай всем остальным, когда глаза и лица отражают улицы. Стоит задуматься, какого хуя здесь так сложно улыбнуться. Но наши судьбы переплетаются и вьются. Иногда так сложно зачитать. Да потому что просто не должно тебя это ебать. Но продолжаю повторять, я продолжаю повторять. Кто будет читать для улиц? Кто будет читать для этих лиц? Для накуренных, убитых, для свободных и небритых, для бездельников и тех, кому нет время для потех. Кто для них будет читать? Когда вокруг всем проще промолчать об этом и запудрить чужой разум своим ебанутым бредом. Новый текст, как хуй в жопу для тех, кто не готов взять на себя грех. До сих пор не въехал, о чем тут речь? Осталось только в гроб лечь. Никто не вечен, здоровьем пренебречь. Повсюду нечисть и шутки шутят черти, а я пиздую, путь мой млечный. Платить вам нечем, поэтому и двигаемся резче. Рифма плещет, хлещет, мы делаем здесь вещи. Всем респект, кто уебешен, кого не парит мой стиль бешеный. Не удивлюсь, если за базар меня найдут повешенным. Не смог быть вежливым, смог быть неживым. Убитый, но не вами, это дым делает меня таким. И ложил я хер, те, кто против, растворятся в кипятке. Что такие? Живу в этом бардаке, вешу на потолке. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Сами знаете, кто мы такие. Чувство вывернул наружу, психика нарушена. Стужа лютая по венам, голова простужена. Тишина сожжена, тошнота отужена. И в ложке тает, будто снег, белая отдушина. Ледяная пелена узорами усеяна. Дна не видно, в пустоте сознание рассеяно. Клетки мозга выцветают серыми цветами. В этой гамме обитают мысли, выходя за грани. Тут убиты, но не вами, смысл вывезли в подъезде. Ты не видел наши лица, но они всегда на месте. По задворкам и дворам ходили тени по пятам. Мы тут и там искали суть, что блуждает по пятам. По углам разойдутся чувства, наполни то, что пусто. Как бы весело ни жил ты, всем бывает грустно, когда холодно внутри.